Друзья мои, всех приветствую на своем канале. Сегодня мы с вами распакуем вместе посылочку с сайта iHerb. Сегодня получила свою посылочку. Это у меня вторая посылка через посредничество Boxberry. Также она месяц, вам скажу, шла, хотя в этот раз без перипетий. В прошлый раз у меня какую-то там запрещенку нашли. Посылка моя была на складе 2 недели, пока все это оформляли. В этот раз вроде все гладко, все уже более привычно, все спокойно. Но, тем не менее, месяц ушел. Вот от начала того, как я заявку подала, сейчас вам просто кратенько скажу, чтобы вы сориентировались, кто будет заказывать. Имейте в виду, что это какие-то сроки будут. 27 июня я подала заявку на выкуп. Но там получилось, наверное, пятница. Поэтому выходные дни, как-то они там не работают, у них тоже свой график. Все там можно на их сайте, помощь с покупкой из США, на сайте Boxberry. Все там можно посмотреть, всю информацию, как, что предупреждают, что надо подождать. Так как, в принципе, было написано, что дней 5 будет разрабатываться в порядке очереди ваша заявочка. Не паникуйте, все сделаем. Так и было. 27 значит, июня я оставила заявку, сформировала, во-первых, посылочку. И уже отправила им, что готова сотрудничать. 5 июля мне только ответили. То есть вот, как сказано, что не меньше 5 дней ожидайте. 5 июля ответ байера и предложение оформлять посылку. То есть оплата заказа, это уже был вечер, где-то около 18 часов. Все, мы там, я ему быстренько ответила, да-да, проверила свою корзину, потому что вдруг акции изменились. Перепроверила, сказала, что да, готова, оплатила. Мне прислали ссылочку на оплату. И через пару часов уже к ночи смотрю, заказ выкуплен. Дальше у нас 7 июля заказ мой поступил на американский склад, где моя ячейка персональная. Адрес у нас при заполнении заявки, вы там заполняете свои данные, паспортные данные в том числе, ИНН нужен, потому что будет проходить таможню, ничего страшного не происходит, все обычная такая вот стандартная операция. И вам присваивается ваш адрес этого склада, телефон контактный, номер вашей ячейки, на который приходят ваши посылочки. Адрес не меняется, по крайней мере, вот первая моя посылка, которую я в июне вначале получила, сейчас моя посылочка, все на тот же адрес мой индивидуальный приходит. Итак, 7 июля уже заказ доставили на американский склад, а 8 июля я получила информацию в своем личном кабинете в Boxberry, предложение заполнить декларацию. 9 июля я заполнила декларацию и стала ждать, потому что это вот такой вот момент X. Там они еще раз смотрят все эти товары, все продукты. Если что-то вот на этом моменте, в первой посылке моей выяснилось, что один товар не проходит декларирование. Думаю, ну, хоть бы все там получилось. Все получилось. 11-го мне уже написали, что декларация проверена. Посылка передана на доставку. В тот же день мне прислали ссылку для оплаты. Это, как всегда, у них Альфа-банк. И в прошлый раз также был Альфа-банк. Только здесь мне прислали QR-код «Система быстрых платежей». Я все это быстренько оплатила. Нигде никакой комиссии не было. Оплачивала я картой Сбербанка. Я 11-го уже около 22 часов оплатила доставку. Потом посматривала. Посылочка не сразу ушла. Видно, она пошла вот как раз на оформление, на доставку. 14 июля посылка была отправлена. И получила я ее сегодня, 29 июля. Так что месяц идет посылочка. Ну, давайте посмотрим. Это я вначале прям всем рассказала, потому что, как правило, все сначала смотрят видео, и какая-то информация, как же Boxberry работает. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте, пожалуйста, в комментариях я буду вам отвечать. И какие-то ссылочки там буду скидывать, может, что-то оставлю. Так, вот моя посылочка. Я ее оформила в пункт выдачи, самовывоз. Здесь у меня 2 килограмма 120. 126 грамм и обошлось нам 3258. Там есть на сайте калькулятор,
который вы можете проверить, насколько потянет ваша доставка. Напоминаю, что доставка по России отдельно оплачивается. Там на каждый где-то 0,5 килограмма 1000 выходит. Ну вот посмотрите, да, вот у меня 2120, я платила 3000, 3200 с чем-то. Так что сориентируйтесь. Ну, там у них как-то зависит, конечно, от курса доллара. Плюс я в первый раз, моя посылочка примерно так же весила, плюс-минус там сколько-то грамм. Но, тем не менее, я оплатила 2300 на тот момент в июне. От чего зависит? Может быть, от спроса. Есть спрос? Пожалуйста. И доставка становится дороже. Вот моя посылочка. Посмотрите. Даже никакой пупырки здесь ничего не лежит. Прям плотненько все утрамбовано. Мои дорогие покупочки. Сами по себе-то они, в принципе-то, нормальная цена у них и акции. Кстати, будете смотреть, я ссылки на каждый продукт буду скидывать в инфобоксе. Плюс я еще скриншоты вставляю с ценами, с действующими. Я прям вот сейчас свежие скриншоты. На какие-то скидочки там есть дополнительные. Плюс совместная покупка, тоже очень хорошая, с Омегой 3, которая вот у нас 100 капсул. Сейчас даже покажу, сын допивает. Вот с этой Омегой сейчас идет совместная покупка. Например, рутин берете, плюс Омега, и скидка 200 с чем-то рублей. Вообще, очень-очень экономично получается. Поэтому не бойтесь, что вам приходится доплачивать 10% от суммы заказа. Это комиссия, Боксбери берут, вот эти посредники, именно байеры. И плюс еще доставка по России. Но, тем не менее, в целом выгодно выходит все равно. Тем более, пользуйтесь какими-то акциями, пользуйтесь реферальными кодами. Кто пользуется моим, огромное спасибо. Мой код АТУ-8596. Благодарю вас, помогайте немножечко сэкономить. А я вам, в свою очередь, рассказываю свой опыт, показываю продукты, которыми пользуюсь. Ну, давайте посмотрим, что же я заказала. В моей коробочке должно быть 14 товаров и 2 одинаковых. Видите, коробочка приходит с подписью iHerb, все как полагается. Приятненько, все равно приятненько, все равно мы любим, все равно для нас эти посылки очень нужные, очень важные. Давайте доставать. Ну вот первый рутин достали. Давайте про него и поговорим. Это от Thompson. Рутин этот недорогой. Уже я его покупала, этот рутин. В этот раз купила его в дополнение к экстракту конского каштана. Вот открыла буквально вчера. И хочу вместе с рутином попить. Все это хорошо для вен, для сосудов нижних конечностей. Все равно есть проблемы. Тут и возраст уже все равно. Скоро 50. И сидячий образ жизни. И, в принципе, кстати, это хорошо для, в принципе, для сердечно-сосудистой системы. Здесь рутин 500 мг, 60 таблеток, стоит 370 рублей. Принимать по одной таблетке в день. Укрепляет стенки сосудов, натуральный биофлавоноид. И концентрированный рутин. Здесь содержится больше ничего. Давайте откроем, посмотрим. Все равно я буду его принимать. Так. Вот такие таблеточки. Они, как правило, так и выглядят, такие вот серенькие. Сероватенькие такие таблетушечки. Пахнут приятно. Нет такого отталкивающего какого-то. Какой-то такой вот немножечко цитрусовый запах. Так, классно. Теперь, как говорится, мой комплекс будет вот такой вот более полноценный и действенный, с конским каштаном. Еще попадается безглицинат магния. Чуть примялась, вот так впихивали. Обычно более такие коробки больше. Хотя больше мне не надо. Лишь бы все пришло, по-моему, вот взглянула так, что все вроде бы на месте. Тоже классная вещь. Вот это я взяла первый раз. Магний у меня практически не выводится. Курсами принимаю, потому что есть и судороги в конечностях. Вот пропью, все-все уходит на нет. Через какое-то время опять
судороги и тяжесть в ногах, опять же, повторяюсь, и сидячий образ жизни, и патология все равно есть. Почему я взяла именно хелатная форма бисгликинат? Взяла потому, что у этой формы магния высокая степень усвоения, 4 раза лучше усваивается. Для здоровья костей, сердца, нервной системы, расслабляет мышцы, устраняет судороги в ногах. Очень хорошо для сна. Вечерком я принимаю обычно вот магний. Здесь 200 мг в 2 капсулах. То есть, в принципе, хватит вот на месяц приема. Плюс из-за того, что высокая биодоступность, то этого количества будет достаточно. Опять же, кофеманы. Те, кто пьет кофе, имейте в виду, магний очень хорошо выводится из вашего организма. Так что добавляйте периодический прием магния в свой рацион. Чанка пьедра. Тоже классная вещь. Это уже моя знакомая. Прям вот слез на меня молила, что будешь делать заказ, обязательно не забудь про меня. Хотя я и сказала, что за доставочку придется доплатить. На все она согласна. Тем более она сравнила с каким-то сайтом. Уже сейчас не скажу там. Она заказала вот одну банку чанки пьедра. И она с доставкой ей вышла 3300 рублей. Здесь она гораздо дешевле выйдет. Даже вот с доставочкой. И это вот хорошая вещь, очень такая, ей понравилась. Она сначала взяла вот на iHerb, я ей заказывала. Потом она пометалась, когда я еще не знала, как, что сделать. 2 месяца был перерыв, я не делала заказа, когда у нас санкции наложили, и Россия оказалась в стороне от возможности, да, пользоваться услугами iHerb. Вот она попыталась еще где-то заказать. Вот я говорю, что вот это стоило гораздо дороже. Итак, чанка пьедра. Это трава такая, которая называется филантус нерури. Здесь как раз концентрация 500 миллиграмм. Это отличная вещь для здоровья мочевыводящих путей, желчегонных путей. Потому что это обладает желчегонным, мочегонным средством. То есть это, если есть застойные явления, какая-то патология, есть песок в почках или камешки в почках в желчном пузыре. И плюс это именно, что нежно воздействует. Она боялась, вот моя знакомая, что ее камни сдвинутся и усугубить, да, свое состояние. Нет, все очень происходит не агрессивно. Ей стало легче, ее состояние улучшилось, не ухудшилось. При этом все-таки идет возможное растворение камешков. Желчь лучше отходит, человек чувствует себя лучше. Поэтому, как и все мы, айхербоманы, да? Почему мы? Потому что мы находим препараты, которые нам приносят здоровье, облегчение наших хронических заболеваний. И плюс вот это все-таки профилактика образования тех же камней. Так что в скорости моя знакомая получит свою баночку. Будет очень-очень даже счастлива. Вот это моя тоже покупочка впервые. И с нетерпением смотрю на нее. Теперь буду в ближайшее время также ее открывать и пользоваться. И вместе с сыном, скорее всего, наверное, мы будем пить. Потому что келп – это как раз-таки натуральный источник йода. А у сына моего, напоминаю, тиреоидит. А келп у нас как раз и отлично для поддержки щитовидной железы. Это оксидант, тут нет глютена. Келп – это бурые водоросли, которые содержат хлорофилл, йод. Бурых водорослей 150 мг, йода 150 мг. По одной таблеточке в день. Здесь 300 таблеток. Так что мы с сыном пропьем замечательный курс глютен-фри. И стоит недорого, всего 597 рублей. Также говорю, еще не считая каких-то реферальных кодов, которые я тоже вводила. Так что кто-то тоже получит бонус. Спасибо, девчонки, вам за ваши реферальные коды. Еще одна моя вот прелесть прелестная. Я уже говорила, что с удовольствием пользуюсь именно этим коллагеном от Niacel. Очень хорошо для волос, ногтей, кожи. Оно сначала накапливается в суставах, то есть в жизненно важных органах. Хотя как раз-таки вот коллаген здесь 1-го и 3-го типа, то есть это преимущественно все равно волосы, кожа, ногти. Но я
как женщина, которой скоро 50, конечно же, не против, чтобы моя кожа была в хорошем тонусе, чтобы волосы и ногти. Я только за. Все-таки мы женщины, мы хотим выглядеть посвежее, помоложе. И при этом, конечно, самое главное, как бы, главное, чтобы ничего не болело. А то и никакая красота и молодость не исправит ситуацию. Ну, правда же, друзья мои? Но, тем не менее, позаботимся обо всем. Здесь отличнейший состав. Напоминаю, что здесь есть и альфа-липоевая кислота, гиалуроновая кислота, и витамин С здесь есть. То есть все кофакторы для хорошего усвоения коллагена. Давайте откроем, я вам покажу. Здесь таблеточки, насколько я помню. Сейчас я допиваю вот такой морской коллаген, тоже от Неосел. Здесь капсулы. Здесь я, насколько помню, были таблетки. Откроем баночку. У меня, кстати, их две. Сейчас тут как-то не очень удобно вот эти. Ваточка засунута, чтобы не болтались и, наверное, не крошились. Так, вот, да, здесь таблеточки. Я их принимаю по две штучки. Я, в принципе, и морской коллаген по две штучки, и здесь. Хотя написано, что по дозировке можно до трех штук. Но я две принимаю, потому что у меня, в принципе, частенько присутствует коллаген в рационе, скажем так, в качестве вот таких вот добавочек. Тут есть биотин, есть протеин 3 грамма. Биотина достаточно, 1200 миллиграмм. То есть тут вообще прекрасная концентрация всех составляющих веществ. Так что вот еще одна прелестная вещь. Не утерпела, заказала вот такой вот суперфуд от California Gold Nutrition. На него была скидочка на тот момент. Сейчас вот он подороже идет, но была акция. Прям, наверное, 50% скидки. И я взяла с учетом того, что это, в принципе, отличная вещь – оздоровиться. Там было написано на сайте, что это суперфуд порошок сока черники. Тут 100 грамм. Но в описании уже потом, вот, когда открываете на сайте продукт, смотрите, там пишут, что это порошок из сока ягод голубики. Вот, ну, в принципе, как я читала, что черника это у нас то, что, по крайней мере, в Америке так называют, черника растет в диких условиях, а то, что культивируется, это уже у них называется голубика. Поэтому существенной разницы, в принципе, нет. Хотя ценится больше, естественно, черника. Но сейчас вот где-то мелькнула информация, когда я смотрела там запрещенные к ввозу товары. По-моему, где-то еще мелькнуло, что чернику нельзя. Может быть, ягоды именно черники недоступны к ввозу в Россию. Но это вот перепроверяйте. Там есть, кстати, на Боксбери и адрес, где можно прям свою корзину. Я делала ссылочки туда, поскидывала в письмо им и попросила проверить на доступность к ввозу в Россию. И мне вот отвечали через какое-то время, что да, вы можете там везти эти, можете заказывать. Так что перепроверяйте, и вам будет спокойнее, и всем лучше, скажем так, меньше будете терять деньги свои. Вот эта голубика произведена в США из местного сырья, натуральный фитонутриент, антиоксидант, нет глютена, ГМО. Можно посыпать блюдо, кашу, смузи, выпечку. Как они пишут, что хорошо сочетается с ягодами, с клубникой, малиной, с бананом. Можно с корицей сочетать, с медом, с лимоном. Давайте откроем, посмотрим, что же это такое. Я вообще планирую, знаете как, я же делаю периодически смузи с чиа, семенами чиа. Вот сейчас, к сожалению, закончились у меня от мамы чиа. И, кстати, нельзя, по-моему, мне не пропускает именно семена чиа заказать. Купила на... Где же я купила? А, в аптекару купила. Я вам сейчас покажу, какие. И вы знаете, вот, хрустит что-то на зубах, как какой-то песочек или что-то непромытое. А вот с семенами, которые... С семенами чиа, которые я покупала на iHerb, такого не было. Это была просто песня. Это был такой десерт. Шикарнейший пудинг из семян чиа. А сейчас вот, говорю, на аптека.ру купила такие, которые... Ну, что это на зубах будет хрустеть, да? Вот неприятно. Короче, вот этот я порошочек именно хотела
заваривать именно с семенами чиа на растительном молоке, хоть на кокосовом. Я туда и масло МСТ добавляю, и плюс еще или кокосовое такое нерафинированное органическое масло сверху ягодками какими-то или джемом, или вот та же клубника была. И хотела вот этот порошочек подмешать именно в ягодки, в эти в семена чиа. Ой, чуть-чуть упала. Как раз слезну. Ой, вкусно, очень вкусно. Такая кислинка. Это очень вкусная вещь. И ведь полезная. И для зрения, и в принципе для, как антиоксидант для организма. Так что тут достаточно, по-моему, одной ложечки развести. Может, также в смузи, в какие-то коктейли, или даже в холодный чай, или я думаю, что это быстро у нас уйдет. Но я все равно попробую с семенами чиа сделать. Итак, обещала вам эти чиа показать. Сейчас просто покажу, чтобы вы знали, что неважное. Смотрите, вот это вот. И черные, и белые семена чиа. Кто может заказать, берите, не раздумывая. А вот это не очень. Эти у меня с какой-то пылью, что-то там хрустело. И это было уже не очень высокое качество. Вот я не знаю, как-то их можно там промыть или что. Что с ними получится? Может быть, что-нибудь осядет, какой-то песочек или что там, пыль какая-то. Прямо вот руки теперь даже и не тянутся этот пудинг чиа сделать. А так я их переделала уже. И мы очень-очень любим. Это же очень полезный источник омега-3. Ой, ну что поделать. Ладно, продолжим. Попробую, сделаю все-таки. Хочу вот все-таки вот этот добавить. Прелестнейший теперь продукт, который у меня есть на моей кухне. Дальше у нас вот эта вторая баночка коллагена. Специально запаслась. Думаю, когда там еще следующая посылочка будет. Пока соберусь, пока дойдет. Вот что еще взяла. Это я взяла себе про запасик. Потому что все равно периодически бывают какие-то проблемы с мочеполовой системой. И уже у меня есть опыт, когда это суперски помогает. Никаких нужных дополнительных противовоспалительных средств, если там цистит, что-то типа того, да, или простыли, или на холоде как-то неуютно себя чувствуете, бегали, забегались в туалет, или не дай бог, вообще там какие-то боли возникли. Препараты клюква, особенно с пробиотиками, это незаменимая вещь именно при таких проблемах. Фирма Азо. Я, конечно, могу неправильно говорить, вы там не смейтесь особо, хотя смейтесь, смех продлевает жизнь. Поэтому я не против. Для здоровья мочевыводящих путей, для женского здоровья, здесь 50 капсул, 2 таблеточки соответствуют стакану клюквенного сока. И стоит, в принципе, недорого. В составе смесь цельных плодов клюквы есть кальций, витамин С, клетчатка и бактерии Bacillus coagulans. Принимать по 2 капсулы в день. Клетчатка чем хорошо в составе? Как раз-таки как пребиотик. Пребиотики. То есть это бактерии уже, они действуют гораздо-гораздо лучше, когда у них есть еда. Фон, где они могут хорошо развиваться в кишечнике. Так что тоже хорошая вещь. Всегда у меня как неотложная помощь. Не будем пока открывать, пусть стоит, пока у меня все в порядке. Это для сыновей заказала. В принципе, повторная покупка. Когда-то я заказывала в пробных товарах вот такие электролиты от California Gold Nutrition. Я брала там, было ассорти, там разные были вкусы, и виноградные, и апельсиновые, и какой-то еще там был, тропических фруктов, каких-то ягод. А здесь вот я выбрала, можно было выбрать, была акция, кстати, на эти электролиты. Сейчас тоже на них супер цена. 526 рублей они стоят. Это отличная вещь для 20 и таких пакетиков. Сейчас посмотрим. Покажу им. Вот такие вот пакетики. И один пакетик. Здесь у нас 4,8 грамма. Разводите от 120 миллилитров. Как они пишут, до 240 миллилитров. Но я вам скажу, что
300 миллилитров запросто, потому что иначе слишком сладковато получает. Тут нет искусственных красителей, нет искусственных ароматизаторов и подсластителей. Все натуральное, низкокалорийное, нет ГМО, глютена и сои. Восполняет процесс потери жидкости. Также тут еще есть цитрат тримагния, то есть здесь, в принципе, полноценные такие электролиты. Помогают восполнить потерю жидкости. Вот, посмотрите, здесь вот такая вот табличка, состав. Опять же, переходите по ссылочкам и все смотрите. Я пользуюсь, у меня стоит VPN, без VPN вы не зайдете на сайт iHerb. Кто еще не знает? Я думаю, все остальные в курсе и уже делают заказы, и также все понимают и знают, как избежать вот этих каких-то неудобных ситуаций. Так, посмотрите, вот уже сердце радуется, да, все-таки у нас красота. Так, еще вот моя прелесть. Банка моя уже опустела, предыдущая, вторая, это у меня третья пришла. Думаю, ну как так, мне нужен кофе, и мне нужен кофе без кофеина. Поэтому я посмотрела по сторонам, не нашла подходящего для себя и приобрела на iHerb свою постоянную покупочку. Баночка здесь большая, 283 грамма. Этот кофе замечательный, он ничем не уступает по вкусу кофе с кофеином. А здесь 100% чистый кофе среднего помола, подходит для приготовления любым способом. Стоит 482 рубля. И дальше еще какие-то используйте скидочки, реферальные коды и так далее. Опять же, благодарю, кто использует мой. Вот так баночка выглядит моя, уже закончилась. Вот там чуть-чуть кофе. Сейчас вот высыплю. Посмотрите поближе, как выглядит. Ну, написано, что подходит и для приготовления капельным способом. Я завариваю в кружке кипяточком. Совершенно замечательно заваривается. И пеночка даже небольшая есть. А так вот он еще вот здесь вот заслюдирован, зафольгирован. Так что все отлично. В целости и сохранности приходит. Просто прелесть. Я теперь с кофеечком со своим любимым. Посылочка еще не пуста. Смотрите, вот еще тоже для меня впервые покупочка совершена. Здесь я для сына, именно пробиотики, сахаромицеты Булардия. Это такая вещь, кто не в курсе. Именно для заживления кишечника, для пищеварительной системы. Это пробиотические дрожжи. 10 миллиардов КОЭ, 60 капсул. Поддержка здоровой кишечной флоры, нет ГМО, глютена. Принимать по 2 капсулы в день, независимо от приема пищи. Но я думаю, что лучше их принимать все-таки в вечернее время, чтобы ночью у нас работала вот эта система. Вероятно, уже где-то или краем уха слышали, или изучали, что такое есть синдром дырявого кишечника. То есть это когда у нас проницаемость стенок кишечника и выходят токсины в ткани, да, и вызывают именно аутоиммунную реакцию организма на эти токсины. И уже организм начинает вырабатывать воспаление сам против себя. Это могут быть и заболевания вследствие вот такой патологии, и щитовидной железы, как аутоиммунный тиреоидит Хашимото, болезнь Хашимото, или же даже артриты – это все аутоиммунные заболевания. И масса всякой гадости, от которой гибнут люди. Вплоть до системной красной волчанки. Не дай бог. Поэтому нужно... Хочу еще подключить вот эти сахаромицеты Буларди. Именно чтобы мой сын попринимал их. Потому что хочется немножечко вот как-то попробовать что-то новое. Ну, кстати, проверенное. Посмотрите в интернете, почитайте, очень многое, достаточно изучено. Вот эта вот проблема и применение именно вот этой добавки при синдроме дырявого кишечника. Так что в скорости он начнет у меня принимать вот это. Надеюсь, что у него будет какой-то вот сдвиг в лечении его заболевания щитовидной железы.
И, кстати, сказать, что даже можно при синдроме раздраженного кишечника, когда у вас что-то бурлит, там спазмы какие-то есть, колиты, так что тоже присмотритесь. А кишечник – это у нас орган, который огромное значение имеет для здоровья и жизнедеятельности человека. Недаром говорят, что кишечник – это второй мозг. Там и иммунитет, там и всасываются все вот эти вот витамины. Если там есть неполадки в кишечнике, то это все идет транзитом у вас. И не будет элементы, ни витамины, ни продукты питания нормально усваиваться. Из-за этого как раз может быть дефицит. Вы принимаете эти добавки, а они вам не помогают, а вам все хуже и хуже. А потому что у вас кишечник в ужаснейшем состоянии. Наладьте работу кишечника, и тогда вы вообще просто будете порхать. Так что присмотритесь, почитайте. Может, оно вам тоже нужно. Так. Классная посылка. Я прям рада. Очень много хорошего. И келп мне нужен, и вот эти сахаромицеты. И безглицинат магния, все нужно, все замечательно вообще. Это вот у меня свекровь, прям она у меня целенаправленно попросила, это вторая баночка будет для нее. У моей свекрови резекция желудка была, у нее очень серьезные проблемы с оставшимся, скажем так, ЖКТ, и у нее рефлексная болезнь, у нее раздражен пищевод, из-за этого уже там чуть ли не изъязвление. Я для нее специально вот нашла добавки, которые обладают обволакивающим эффектом, чтобы у нее меньше вот эта слизистая страдала. И была возможность этой слизистой заживать. Как раз-таки красный вяз или скользкий вяз обладает таким эффектом. Есть там на эфирах капсулы, которые проглатывают именно кора красного вяза. Там их можно и запаривать, и трава красного вяза есть. Тоже делать из нее такие кисели. Но это все идет больше, вот именно красный вяз, если есть язвенный колит, если есть, я имею в виду капсулы, если есть гастрит, если есть язвенная болезнь желудка, то есть потому что вы капсулу проглотили, она у вас провалилась и начала действовать в желудке, в кишечнике. Соответственно, там обволакивает. А у нее именно пищевод страдал, у нее горло все выгорало. И я для нее нашла счастливейшим образом вот именно такие постилки, которые рассасываются во рту. Их, в принципе, можно и также при раздражении горла, и при ангине, когда есть боли. Потому что обволакивает уже горло, дальше пищевод. И все это дает облегчение. И даже при рефлюксной болезни, когда идет заброс желчи. И она с удовольствием эту банку, она прям, у меня заканчивается, ты имей в виду, мне вот это нужно, ты мне нужна. Я говорю, да, она тяжелая, будет подороже стоить, потому что доставка, у нас, говорю, вот доставка денежек займет. Нет, говорит, все равно мне нужно, потому что я без них никуда, без них пропаду. Тут 200 постилочек. Кстати, сейчас вот на... Я открыла, посмотрела, действует до 3 августа скидка 10%. Там есть категория какая-то товаров, на которые действует скидка 10%. Это, наверное, какие-то травы, скорее всего, препараты травки. На них действует дополнительно 10%. Так что присмотритесь. Тут их можно даже до 10 таблеток в день, как у них пишут. Но, естественно, начинайте с одной. Может, вам одной хватит. Вы почувствуете облегчение. Повторяюсь, что рефлюксная болезнь, раздражение горла от всяких выбросов, желчи, от пыли при ангине получит и будет с удовольствием пользоваться, потому что человек, конечно, серьезно перенес операцию и ей сложно сейчас вот адаптироваться, чтобы более-менее нормально существовать. Так, еще классная вещь, тоже моя повторная покупочка. Экстракт косточек французского винограда. Это вот антиоксидант. Тут 100 миллиграмм, 120 вегетарианских капсул. Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нейтрализует свободные радикалы. Очень замечательно облегчает состояние при варикозе, профилактика тромбозов. Нет глютена, нет ГМО, сои. И очень хорошо девочки и мальчики, кто заботится о своей внешности, поддерживает здоровье кожи. Борется с пигментацией, защищает от воздействия солнца.
Понимаете, что даже у вас пигментные пятна будут, у кого есть, обесцвечиваться, и будет профилактика возникновения новых. Ну, как приятный же бонус, правильно? И сердечно-сосудистая система оздоровится, и ваша внешность. Кожа станет более свежей, более здоровой, выровняется тон кожи. Так что тоже присмотритесь. Еще одна баночка у нас. Ну как же без него? Это, кстати, последняя баночка. Витамин D3. Это был, по-моему, именно в пробных образцах тот раздел, где мы можем заказать совсем по символической стоимости продукт. Здесь 5000 условных единиц, 90 капсул. Это как раз нам пойдет на осенне-зимний период. Тут 5000 единиц, конечно, здесь простенькая, именно нет витамина К2. Но я думаю, что все равно там периодически, не на постоянной основе, мы же периодически то с К2 будем принимать, то без К2 будем принимать. Выровняется баланс. Может, в каких-то витаминах будет этот К2 содержаться. Так что витамин D3 – это уж вообще наш, как сейчас считается, прегормон. Это укрепляет иммунную систему, укрепляет костную систему. Без него сейчас никак, как оказалось, да? То раньше только деткам там давали витамин D3, чтобы не было рахитов, профилактика. А сейчас это просто комплекс витамин D3, магний и кальций. И все. Это профилактика остеопороза. И, как я сказала, для иммунной системы. И плюс витамин D3, как прегормон, участвует во многих функциях и во многих системах организма он нужен для правильного функционирования, для полноценного функционирования и как кофактор для различных там, да, гормональных каких-то реакций. Так что присмотритесь. Это весь мой рассказ по ссылочке с сайта iHerb. Я очень рада, довольна. Замечательные добавки получила, замечательные продукты я получила, и также люди будут довольны, которые ждали эту посылочку вместе со мной. Еще раз спасибо всем, кто пользовался реферальным кодом, всем не бояться и заказывать, все можно, все доходит, декларация заполняется быстро, просто открывайте, сейчас вкратце скажу, например, на компьютере, открывайте два окошка, в одном у вас iHerb открыт, в одном заполнение декларации, и выделяете ссылочки, скопировали, вставили в нужную графу, скопировали на русском языке, вставили, название на английском языке вставили, цена, сейчас вам скажу, цена пишется в декларации, та, которая идет у вас по инвойсу, то есть уже со скидкой. Я специально нашла, как заполняется декларация, потому что я что-то там закружилась и думаю, как же правильно. Цена со скидкой, то, по которой вы покупали. А уже вы вот эту декларацию подкрепляете именно инвойс-счетом. То есть это ваш как раз-таки счет. Счет-фактура, скажем, где перечисляются ваши препараты и цена на них в итоге, что какая была цена до скидки в этом инвойсе видно, какая скидочка у вас и какая цена в конце. То есть вы этим инвойс-счетом для таможни показываете, почему у вас препарат там дешевле, да, обошелся, что там с ним было, за сколько вы его купили. Кстати, забыла сказать, что в этот раз вот я сделала один заказик, да, вот когда у меня байеры оформляли, а потом смотрю, заказ оформлен, а он его разделили на две части. А заказ разделили на две посылки. Вот, как раз-таки коллаген, он ушел во вторую посылку. Поэтому очевидно, чуть позже, на день он пришел. Из-за этого его в другую посылочку определили. Другой у него был трек-номер, все как полагается. Другая посылка. На следующий день пришла после вот этой. Туда, на американский склад. Вот. И уже потом в декларации, не пугайтесь, там все можно объединить, все вот в одну посылку. Видите, мне же все в одну пришло. Там как раз замечательно, там все есть. И сразу там есть, у вас отображается, что у вас на складе в США там две посылки, да. И там есть такая вот строчка «Объединить две посылки». И я, например, большую сначала в первую посылочку, и потом плюс
Дальше продолжайте из другой посылки добавлять в декларацию свои средства. Короче, девчонки, мальчишки, друзья мои, не пугайтесь. Все там элементарно, все доступно, все прекрасно. Всех целую, всех обнимаю, всем еще раз спасибо. Всем хороших покупок. Покупайте, оздоравливайтесь. И дай Бог вам здоровья и мирного неба над головой. Все. До встречи!